Девчонки, привет, классно выглядите. Здорово, у нас есть для вас прекрасное предложение. В общем, такая вот скромная шоколадка, но она может достаться вам благодаря вашим знаниям. Вы в школе хорошо учились? Учитесь? Средний. Средний, да? Закончили школу уже? Я нет. А вы еще школьница? Да. В каком классе? В девятом. Сейчас микрофон выпадет из руки. Да ладно, серьезно? Да. Как дела, как житуха? Слава богу, спасибо. Все потихонечку. А мы снимаем программу, балуемся, снимаем программу, называется «На экзамен». Сейчас задам три вопроса. Ваша задача – ответить на них правильно. Отвечаете верно, я вам дарю такой сладкий батончик, шоколадный. А если проваливаете экзамен, то выполняете простенькое задание. Ну, как бы, знаете, не сдали экзамен, а я наказание. Окей? Ну, давайте. Первый вопрос – самый большой материк. Зря я согласился, да? Согласен, да. Напрасно. Вопросы серьезные. Евразия? Да. Австралия. Смотрите на шоколадку и концентрируйтесь. Вспоминайте. Вспоминайте. Нет. Материк. Так, ну? Евразия. В каком году изобрели вечный двигатель? Надо четко год. Ну, хорошо, в каком веке? Вечный двигатель? Вечный двигатель, да. Его уже изобрели? Не знаю, в школе давно было. Можно воспользоваться такой опцией «звонок мужу»? Не, не могу. Его не изобрели еще. Чего? Ну, нету вечного двигателя. А, это недостоверная информация была, значит, понятно. Вот это мы точно не знаем. Ну, предположение. То есть, может, в 17 веке, там, 18, 19, может, вот только сейчас изобрели его. Может, раньше. Перпетум мобиле. Мне кажется, это было где-то в 21 веке. Сейчас, да? Да. Не знаю, ну, примерно 1917. И последний вопрос. Какие страны сражались в Бородинской битве? То есть между какими странами происходил конфликт? Бородино. Бородино. А ведь недаром Москва спаленная. Да, да, я помню, помню, да. Ну, безусловно, между Российской империей и Францией. Вот понятия не имею, честно. Вообще. Франция была с Россией. Франция с Россией. Еще бородинский хлеб. Ну, это, может быть, натолкнет вас на правильный ответ. Что-то связано с Россией, там, может, СССР, я не помню. Так, Россия – матушка, и вторая страна тоже она. Ну, может, Франция. Россия и? Может, с Францией. С Францией. А что они не поделили? Не знаю, земли, наверное. Земли, да. Ну, то есть, Наполеон там решил в свое время немножко. Это ваш молодочек, да? Да. А, все, уже отпускаем, заканчиваем. Спасибо. Я вас поздравляю с победой. Молодцы, экзамен сдан, вы получаете твердую пятерку. Я вам ставлю троечку, вы избегаете нашего наказания, но при этом остаетесь без нашего сладкого подарка. При этом я хочу отметить, что вы старались. Вы старались, вы молодцы. Вам немножко не хватило просто, наверное, везения. Мозгов? Да мозгов. Нет, я называю это везением. Выполняем задание, да? Ну, давайте, да. Я сейчас показываю движение, несложное движение. Вам нужно будет это движение за мной повторить. Это зарядка, банальная зарядка. Немножко разомнемся. Спасибо большое. Хорошо.